Видишь? Тренуя листок, который волос от ветки, падает на землю. Его полет совершенно схож с полетом бабочки. Странно, не правда ли? И самое красивое и прекрасное всегда схоже с мертвым или живым. Вдруг мой Аркадий Николаевич. А потом тебя прошу, не говори красиво. Лучше послушай меня. Я думаю, что... что то узенькое местечко, которое я занимаю, столь ничтожно по сравнению со всем пространством, где меня нет и где дела до меня нет. И тот отрезок времени, который я проживу, настолько мал по сравнению с вечностью, где меня нет и где нет. А в этой математической точке кровь бурлит, и мозг чего-то хочет тоже. Позволь тебе заметить, все, что ты говоришь, касается вообще всех людей. Ты прав. Я хотела сказать, что моя мать, например... Да, кстати, когда мы до нее доберемся? Подожди, моя мать. Она живет в этой глуши с своим скотом и не думает о собственном ничтожестве. Она ей не прийти. Я же чувствую только стыд и злость. Злость? Чего же злость? Ну как, почему? Ты что, забыл? Да нет, я не забыл, я все помню. Да, Евгения, ты несчастный, я согласен, но, по-моему, это не дает тебе права злиться. Подожди-ка. Я смотрю, что ты понимаешь любовь, как все современные молодые люди, да? Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып, курочка. А как только курочка подойдет, давай, мохнули. Чему помочь нельзя, а то мы говорим стыдно. Смотри-ка, трудяга Мановей тащит полную клубнику. Тащи ее, брат, тащи, не смотри на то, что она сопротивляется. Пользуйся тем, что ты живот, не можешь не испытывать чувство сострадания. Не то, что наш брат самоломанный. Самоломанный? Кто бы говорил, ты когда себя ломал? Я тебе говорю. Сама себя не сломала, я ни один мужик тебя не сломает. Все, больше ни слова от меня об этом не себя надеешься?
встречу человека, который не спасовал бы передо мной, я изменю свое мнение о себе. Ненавидеть. Вот ты, давеча, сказал, когда мы шли мимо избы нашего старосты Филиппа. Она такая, такая белая, такая красивая. Ты говоришь, Россия тогда достигнет совершенства, когда у каждого мужика будет такая изба, и что каждый должен этому способствовать, да? А я его возненавидела, этого мужика, в тот самый момент, ради которого я должна из кожи вам лезть. А он мне даже спасибо не скажет. У него будет изба белая, а из меня будет лопуха. Ну что с того? Это полно тебе, Евгений. Послушай, тебе сегодня по неволе согласиться с теми, кто упрекает нас в отсутствии принципов. Какие принципы? Принципы вообще нет, есть только ощущения. Как это? Да вот так. Я придерживаюсь отрицательного направления. Мой мозг так устроен. Отчего я люблю химию? Отчего ты любишь яблоки? Для всех сил ощущений глубже этого люди никогда не поймут. Тебя потом никто не скажет, да и я в другой раз не скажу. Что, получается, честность, что ли, ощущение? Конечно. Давай спать. С превеликим удовольствием.